Всем привет! Меня зовут Вероника. Я очень люблю путешествовать. За последний месяц у меня было 11 перелетов, и мне часто задают вопрос, как мне удается это делать. Конечно же, это дешевые авиабилеты, их просто обожаю. И в этом видео я расскажу о том, как купить их дешевыми, и покажу те штуки, которыми я пользуюсь. Мое утро начинается с того, что проверяю мессенджер Telegram, потому что каждый день в группе Low Cost UA мне приходят разные скидки и выгодные предложения по покупке авиабилетов. Например, сегодня акция по 1 евро. Как найти эту группу? Вот так, Low Cost UA. Есть похожая группа, которая мне нравится больше, называется «На ветер дует». И, например, какие здесь предложения? Дешевые билеты Ryanair в Данию с Польши от 5 евро, в Милан 15 евро. И таких приложений очень много. Как найти эту группу? Вот так. Собака, ветер, дует. Следующий классный сайт для путешественников называется Trip My Dream. Здесь раздел авиаскидки. Найти. Смотрим. Сортируем самое дешевое. Например, прямой перелет в Люблин в обе стороны 941 гривна. В Варшаву 1076 гривен, в Хельсинки 1076. И тут сразу пишет, что 4 ночи, прямой перелет и даты. Очень дешево. Познань 1200. Германия 1200. Литва 1200. Грузия 1200. Это цена в обе стороны. Невероятно. Следующий сайт, который я использую, это Kiwi.com, у них есть приложение. Здесь я выставляю вылетать с Польши, вылетать куда угодно, в любое время. И вот такие цены. Смотрите, 5 евро, 5 евро, 5, 10 евро. Это вылет с Польши. Посмотрим, сколько стоит вылет с Киева. Люблин, 21 евро. Германия 26, 26. С Украины всегда дорого вылетать. Главное отсюда выбраться. 26, 28. Это очень дешево за авиабилет. Есть похожее приложение, называется SkyScanner. Оно мне меньше нравится, потому что иногда оно глючит. И в Kiwi.com, который я больше люблю, лучше навигация. Поэтому SkyScanner я зайду через браузер. Здесь я выставляю вылет с Польши, лететь куда угодно и самый дешевый месяц выбираю. Вот так. В Данию 3 евро. Но я уверена, что можно купить дешевле. Давайте попробуем. Нужно узнать, что за перелет. Куда? Билунд. Заходим дальше. SkyScanner и Kiwi.com – это агрегаторы. Здесь собрано очень много авиакомпаний, и мы можем сортировать по самым дешевым билетам. Вылет из Познани. Когда же? Я заметила, что самые дешевые дни для перелетов – это вторник, среда и четверг. На выходные и в праздничные дни цена гораздо выше, в 3 или 4 раза. Когда вы начнете покупать билет, у вас будет окно, где нужно будет выбрать место в самолете, свое сиденье. И за это заплатить еще отдельные деньги. Так вот, я вам не советую выбирать. Пусть вас посадят рандомно, но не нужно будет платить больше за сиденье, чем цена перелета. Посмотрим, что будет дальше. Выбираем день. Показать авиарейсы. Смотрите, авиакомпания Ryanair. Вылет 3 декабря из Познани в Билунд. Сейчас зайду на Ryanair и проверю цены. Третье число. Смотрим. 10 злотых. Посмотрим, сколько это в евро. Смотрите, и это 2,3 евро. Еще дешевле. То есть вам не советую покупать на агрегаторах билеты, лучше зайти на сайт авиакомпании. Но это хорошо в том случае, если это прямой перелет. Часто, если перелет с пересадкой, может быть дешевле купить сразу на агрегаторе.
Также очень классно, что есть такие предложения, как стоимость тура по цене перелета. Сейчас зайдем и посмотрим, сколько стоят горящие туры. Зашла на сайт turhata.com.ua. И смотрите, в Египет, в Шарм-эль-Шейх на 5 дней и все включено, всего лишь 3500. В Хургаду 4000, завтрак и ужин включен. Потом в Дубае 5000, но без питания, но все-таки 5 дней проживания. И это гораздо дешевле, чем покупать самим перелет, искать отели, потому что горящие туры. Обожаю их. Меня часто спрашивают, за сколько нужно покупать билеты. Я считаю, чем заранее, тем лучше, будет дешевле и больше выбор. Также дешево лететь в ближайшие дни, например, завтра или сегодня. Если вы долгое время ищете билеты на разных сайтах авиакомпаний и видите, что они становятся дороже, значит, авиакомпания хочет вас обмануть, делает вид, что билеты заканчиваются. Для этого нужно зайти в режим инкогнито с компьютера, и цены будут прежними. Я с вами поделилась самой важной информацией, которую я использую в путешествиях. Также на экране телефона можете заметить приложения, которыми я пользуюсь. Подписывайтесь на мой канал, а также заходите в мой инстаграм. Я публикую классные фоточки с моих путешествий. Всем пока! Всем пока! Всем пока! Бля-бля-бля!